8 апреля в Твери пройдет первый массовый субботник. Традиционно в нем примут участие сотрудники муниципальных предприятий и организаций, а кроме того частных компаний, ну и, конечно же, простые граждане. Управляющим компаниям ТСЖ и ЖСК рекомендовано организовать уборку своих территорий. От мусора предстоит очистить 9 мест. В центральном районе это Головинский вал, правый берег и пойма Лазури от Парка Победы до Волоколамского проспекта. В Пролетарском районе уберут зеленую зону на улице Республиканской и набережной Тьмаки в районе ТЭЦ-1. В Заволжье улицу Луначарского вдоль железной дороги, а кроме того пойму реки Соминка в районе улицы Скворцова-Степанова. И в Московском районе города уборка затронет зеленые зоны в районе бульвара Гусева. В рамках мероприятий по благоустройству запланирована уборка придомовых территорий, парков, скверов, газонов от бытового строительного мусора, очистка фасадов зданий и ограждений от графических изображений, а также приведение в надлежащее состояние территории потребительского рынка. Мы приглашаем всех неравнодушных жителей присоединиться к экологической акции. Давайте вместе сделаем наш город чище.